Йоу, привет, друзья, вам из солнечного шарма. Знаю, этим постом я себе подпорчу карму. Кто-то меня даже назовет скотиной за морскую ленту во время карантина. Но не думайте, что нам здесь очень легко. Нам за вредность нужно давать молоко. Знаете, как трудно отдыхать, как тюлень. Я покажу вам, как проходит в отпуске наш день. Утро начинается с холодного пиваса. На завтрак яишенка, сыры, колбасы. Доченька моя здесь в конец оборзела. Ест она на завтрак пальцами нутеллу. Далее можно выпить кофейку, бармену моргнуть, чтоб налил коньячку, в трубочку забить ароматный купаж и с комфортом не спеша отправиться на пляж. В отеле все знают, я серьезный пацан, ведь ласты я ношу в пляжной сумке Ашан. У моря отдыхают только лошары, мой лежак стоит всегда поближе к бару. Хмурится небо и дрожит земля, это я бегу по пляжу, всех веселя. Погода в шарме не радует волнами, но прыгнул я с понтона и всех смыло цунами. Возле отеля риф что надо, Наполеон, мурены, осьминог дорадо. Рыбками можно любоваться целый день, но больше отдыхающих радует тюлень. После моря я люблю поиграть в волейбол, иногда мне везет и я забиваю гол. Жалко, немного у меня таких удач, намного чаще, друзья, я бегаю по мяч. Ребята, я слышу знакомое музло, время раструсить мои 170 кило. И знаете, где соберутся толстожопики? В главном бассейне на акваэробике. Попой туда, попой сюда, все движения я запомнил без труда. Ребят, расскажу вам о небольшом конфузе, вчера из бассейна сделал я джакузи. Кстати, в бассейне, девчонки и парниши, встретил я вчера шуфутинского Мишу. Представляете, эта скотина уже разжигает свои костры рябины. Помните, тестю похудеть я обещал, поэтому скорее я спешу в спортзал. Последнее время у вашего Сережки утро начинается на беговой дорожке. Пока я здесь с вами поддерживал беседу, незаметно наступило время обеда. Египет никогда для нас рыбок не жалел, везучих видим море, невезучих на столе. К слову сказать, здесь кормят неплохо, на первое сегодня был суп из гороха. Мясо, рыба, много овощей, но мечтаю я о сале, мечтаю о борще. После обеда можно и поспать, в номере с кондишеном у нас благодать. К часу дня уже под 40 жарит, самое время пойти поплющить харю. После сна оставлю номер для уборки, а сам я с доченькой пойду кататься с горки. Хорошо разгонюсь и спущусь поскорей, и можно заново наполнять бассейн. Всем гостям отеля раздали валидолу, потому что я иду играть в ватерполо. Арабы напали на меня вчетвером, закинул их в ворота вместе с мячом. Солнце садится за остров Тиран, время идти на ужин в ресторан. В рационе овощи без мяса и котлет, ведь обещал я тестю скинуться ракет. Громко зазвучала сокубачи сокувира, на меня диску дочь забрала аниматор Ира. У родителей сегодня на десерт клубничка, возможно, у Поли появится сестричка. Далее можно на шоу сходить, выпить винца, кальян покурить. Говорят, в Египте шоу скукота, неправда, я вчера порвал всех танцев живота. Вот так вот насыщенно проходит каждый день, чувствую себя уже как загнанный олень. А нужно, ребят, еще 5 дней продержаться, придется после отпуска недельку отлежаться.